И всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстердед, со мной Марблэк, Валхейм с модами, и мы продолжаем искать болото. Болото? Да, всем привет, друзья. Сейчас я быстренько это подчинюсь. Да, мы тут поднажарили все, что смогли, как смогли. Подожди, а я на кузнице могу, да, починиться только? Да. А что я так это? Так, у меня так сломано все было внезапно. Ну смотри, типа, у нас олово теперь до той-то матери. У вас. А, ну все, у меня 23 куска. Но одна медь. Насчет починиться, я да, сейчас тоже зачинюсь. Насчет меди. Держи, я тебе скидываю. Делай бронзу. А, да, сейчас подберу. И вот олово, да, да. Два куска. А-а-а. Там прям по пятнашке сразу фигач. Да, где вопрос? Кузница, в кузнице. А где она? А стойка это бронная. Не забывай, это бронь. Та стойка. Она называется Armored Branch. Вренч, блин. Бренч, вренч, ну, бенч. Вот как она? Вот и все, собственно. Тридцатку сделал хотя бы? Не хочу тебя расстраивать. Сделал 48. Нормально, чё. О, слушай, я, может, себе сейчас что полирну тогда тоже, а то ты там наулучшался. Вот, я броню себе улучшу, я возьму 3 бронзы. Да, делай, конечно, бахай. А, я еще раз могу. Так, давай, ладно, улучшимся пока. А ты делал вроде себе топор, или он нам не нужен, одного нам хватит? Нет, ну смотри, хочешь сделай себе? 8 там бронзы требуется. Да я и чего, так... рубить деревья? Да я и так 9 потратил, так что ладно. Ну и что, какая разница? Куда выложить? Господи, да забей, мы соберем еще ресурсов. Давай. Все равно сейчас черное железо мы будем фигачить. Черное железо мы не скоро еще будем фигачить. Ключ у нас есть. Если мы на болоте найдем данжик это, то почему бы и нет? Ладно, мы сейчас тогда отправляемся куда-то вот сюда. Да, погнали. Вот. Амстердед пинги. А я могу еще вот так. Ва! Нет, какой ноуфал? Но... Давай. Ноуфал. Ёпта. А, я курсором указываю, куда прыгнуть. Ну, а наверх ты можешь прыгнуть? Блин, мне страшно. Вверх. Да я хильну тебя, давай. Что? Чего? На дном улетел. А как так, в смысле, блядь? Может, я на дуб смогу залететь еще, слушай. Ой. Ой. Больно. Аж два раза хильнул. Аж два, о, ёптать. Да ехать это вообще просто. Но это от гоблина, знаешь, хорошо, блин. Или еще от кого-нибудь уходить, или от тролля. Вон, залежи меди под нами были. Ну у меня сколько? У меня еще полтинник руды. Медный, 44 олова. Mm-hmm. Нам плавить это все говно надо. Ну да. Бать, ты как тролль приземляешься. Да. Вот, вот прыгать сверху вниз я не буду. Обойдусь. Опа. А нет, копья, все. Так, ну мы дошли уже до древнего почти, надо, наверное, дальше уходить, потому что слева вода, я смотрю. Блин, классно идти. Видишь, тут, в принципе, для каждого класса прикольные свои вещи есть. Но было бы круто, если бы можно было как-то кастомизировать или что-нибудь такое делать. О, бум, Халк прыгнул, бухалк. А прикинь, он на кронку еле просто нырнуть и... И сдохнуть. А не все, да? Нет. Ш-
Шнюк. У меня лук надо качать. Если я луком пользуюсь, надо лук качать. Да, тут я смотрю, медь добывалась полным ходом. Угу. Ну я впереди. Тут-то быть лучником. Охренеть, смотри, в лунке, слышь? Давай я им это западло сейчас дам. Вот, смотри, короче, эта хрень что делает. А, ну ладно. Вот он, вот смотри. Так ты еще и не одной стрелой, что ли, стреляешь? Так у меня тетива вечно натянутая, я просто мискликаю левую кнопку мыши и стреляю только с пулемета, я же говорю. Ну-ка, я посмогу на гору запрыгнуть? Ну, читерски, конечно, выглядит это все дело. Давай сюда. Ты просто рывок жопы делаешь. Живи! Отходи! Да нормально, чего ты? Давай, кто кого перестреляет, ёптать. Придурок, ёпта. Ты не оцениваешь мою мощь. Недооцениваешь. Он именно не оценивает. Я надо хильнуться сейчас будет. Ловушку делаю, отходи сюда. Ну, придурок, где ты? Оть! Он меня заморозил, урод. Говнюка кусок. Ну глянь, что тебе из этого нравится, я не буду ничего брать. Честно, ничего. Стрелы, перья и... Ладно, рубин еще заберу. Я ставлю ловушку. Все. Где? Да справа вон там идет. В нас кто-то долбится. Стреляет. Перья, аметистов, погребальные жопы. Вот этот. Янтарь, жемчужный. Да ладно, насрать на него, у нас его дохренище. Пока насрать. Точно? Точно. Смотри. Тупой тупик. Блин, вот не выстрелил и все. Но зато апнул уровень. Аккуратней. Хорош. Но он, видишь, травит пес. То есть ты траванулся. Да ничего страшного. О, вот это я понимаю. Вот тут нормально. Ну, древнего мы и так знаем, где древний. Вот это норм. Ну да. Блин, ну лук улетел просто. Ну а ты что? Он, кстати, за стенкой где-то долбится, он да. Дурак застрял в стенке. Нет, он вот здесь. А, нет. Все? Угу. Ушка-плюшка.
ушко. Кошлюшка. Как они тут все заныкали. Дыхать. Ну все, можно на выход топать, да? Да нет, тут вот еще сундучко. А теперь точно, да, на выход? Да. Так, ну пошли выше. Туда, думаешь? Ну да. Какая разница, пофиг, хоть сюда, хоть туда. Он матрешка. Пятизвездочная. Да. Ой, меня все-таки на пару раз бесит. Что-то задолбал. Клёпок. Глянь, он не попал по мне с камня, но попал. Но когда так стреляю, я бегать не могу. Извините. У меня да, типа да. Поставил, но у меня якобы тетива все время натянута. Чем-то надо жертвовать, согласись. Ну да. Согласен. Так, еще одна подземка. Чего нахрен? Ты жив? Ну. Вау! Блин, ну шлепок травоядный. Ты как, норм? Да. Еще один бежит, красный. Кожу. Воу! А ты не охренел ли нахрен часом, а? Воски, что ли? Сейчас я подъем. Поставь ловушку. Ну, где-нибудь сзади я имел в виду. Ну ладно, и так прикольно. Семерку бахнул. Седьмой уровень, хорошечно. Так, есть наверх, а есть вот здесь. Вот здесь. Пойдем пока понизу. Тупой тупик там. Наверху долбится. Хорош. Хорош. Но здесь говно. Это мое говно, потому что я потом стрелы буду делать. Я тут стреляю. Жаль, стрелы, конечно, нельзя подбирать. Сейчас бы столько стрел мог бы вернуть. Представь, вот у меня уже 960 стрел. Рванул, да? Да, стамина реген, пушен. Тихо, идет! Отлично. Там ничего нет, да? Здесь тупик, сзади дверь еще есть.
Опять травящие уродцы. Сзади идет, сзади, матрешка. Какого заду? Так его я вижу. Вот он. Все, меня сейчас убьют. Да, красавчик. Стрелюсь. Давай. А я пока это, броню качаю себе. Ах ты! Куда ты? Инвентарь полон. Да я, блядь, не удивлен, почему он полон. Потому что тут говна всякого валяет. Так, а что ты говоришь, этот типа лучше? Ну давай, я, блин, я хотел посмотреть. Вот он, куб сзади. Сзади куб забери. Да, я вижу. Ага. Есть такое дело. Поставь ловушку. Ага. Они уже. Аж дверь проломил. Так, тут тупик в этом углу. Так что... Ну а здесь он у говна. Там ножик остался. Жужжи. А перья и рубины я забрал. Да, конечно. Ну все, тогда вниз. Ну да. Сейчас заряжу свет. Он матрешка. Тоже. Я постою, давай. Нормально, нормально. Это не... Хорош. Не-не-не-не-не. Что у нас тут? Мы тут-то не были. Так, это кирка говна. Лёх, иди вон, возьми. Ага, это благодарю. Для тебя все. Они с двух дверей ломятся. Каких двух? С одной. Да? Тут что за срань? Он провалился, что ли, или что? Долбились. Траванул, да, гад? Угу. О. Сзади. Лучник был. Бать, ты его там аннигилировал. У него дубинка синяя выпала, или что это, да? Да, дубинка. Сейф. Много суртлингов забрал? 3? Но у меня сейчас 20. Нормально. На триллиард порталов хватит. Тупик. Тупой тупик. Ну так даже. Угу. Ну все, выходим. А, так. Ох, тут у нас. Во тьма. Угу. Надо, наверное, все-таки свернуть куда-нибудь сюда. Это мы куда-то вообще. В бок пошли. Не, ну до воды дойти или до чего? То есть тут же что-то должно быть. Ну вот, кстати. Ну вот вода. Да, вот вода. Вдоль воды пойдем. Да? Оу. Неудобно, конечно, через альт жмакать все это дело. Не, ну ты можешь не через альт жмякать, а поставить на 1, 2, 3, 4. Еще на какие-то буквы. Ну а здесь слуга. Сзади дед воняет. Два. И они еще матрешки. Ты из воды можешь выпрыгивать, охренеть? Да. Короче, тут луга, Лёх, сюда нет смысла идти. Ну пошли вдоль, значит, воды, я не знаю, или куда. Ну я говорю, пошли куда-нибудь туда. Куда-нибудь туда, ну пошли.
Ну тут луги. Луги-луги. Хорош. Разорвало при перекате. Не, ну прыжок нормальный, кстати, если честно. Смогу я до туда вон допрыгнуть, кстати. Да, ну если ты в воде можешь прыгать, то в принципе ты типа и можешь разведывать тогда таким образом. Но не забывай, что находясь в воде, тратится очень большое количество выносливости. Да ты, по-моему, наверное, когда летишь, она у тебя восстанавливается. Пишет too far. Опа. В сундуке 17 стрел, хорош. Бэмби. У. Десятый уровень. О, кстати, можно так качаться. Не, ну лучником нормально фигачится, но нужно стрел до хрена. Ты, наверное, два стака. О, все, блядь. Что? Да в воду я попадаю, и он становится овощем. А, ну это безусловно. Без счета. Блин. О, тут тролль. Ага. Четырехзвездочный фиолетовый. Он меня засек, кстати. Че? Хотя, ссаный. Давай сюда, придурок. Давай, давай, иди сюда. А, все, у меня лук сломался. Попал, попався. Лук очень каличный. Быстро улетел. Только ловушки могу под него ставить. Аккуратнее будь. Ну иди, дебил. А, блин, сорян. Хреново что. Ну лук нужен будет, короче. А лучше выбить. А прикинь, если ты лук делаешь, ну крутой вот этот, он просто не ломается, он бесконечный. Нет. А, ну тот возможно, но не забывай, что у нас вещи сюда, могут быть не, тоже бесконечными, любые. Просто повезет ли. О, хороший. Нахрен от него подальше, дебила. Скакать. О, поплыл, слышь, релакс. Фоткай, фоткай. Да уже. Сфоткал. Ну да, пока рядом, почему бы и нет. Что ты, пес? На. Блин, спасибо. Попал. Все, я лук починил. Как? Иди сюда, мой сладенький. Я верстак поставил. Я еще стрел набахаю. Инвентарь полон, блин, задолбете. Ну да, не зажать кнопку, ничего. Просто так кликать. Ну да, я тоже. Чушка.
О, у меня Входим, есть да? медный нож of streaking. Блять! Ага, здесь не работает туфар этот прыжок. Я дебил, отвали от меня. Замедлил его, так что ты можешь. Эй, я здесь, овощ. Да я здесь, дебил. Я забрал, да? Не-не-не. О, с минигана просто. Ай. Накажи его. Атя, в булочку прям. Ах, прилег отдохнуть, он чешет пузо себе. Притомился мужик. Че выпало, не портал или часа? Шлемак. Шлиняк? Шлиняк? Шлиняк, членяк, членяк. Да ты посмотри, ну короче нам... Блин, неужели мы на острове рили? 44. Везде вода. Дурабли, ты спит атак. Слушай, это дерьмово. Мы походу на острове, нам придется плот делать вонючий. Ну сделаем. Я не хочу плот. Я хочу кораблик. Я хочу самолет. О. Ну да, мы на острове, так что я не думаю, что здесь есть болото, в принципе. Так что выбирай сторону, куда поплывем. И возможно мы что-то выберем. Странно, как-то стреляет. Бахай. Бахай, придурок. Да не бахай. А мне иди. Уник споткнулся. Че что-то выпало крутое? Да, кремниевый топор. Ну, блин, лайфстил. Да зачем вам на топоры лайфстил? Блин, вы конченые, что ли? Yes, of course. Но видишь, слышишь, я не знаю, тебе нужен этот, допустим, бесконечный. Да нахрен он мне нужен. Вот. Ладно, какую сторону? Куда поплывем? Просто я не знаю, какая сторона здесь. Ой, он матрешка, ребят. Бле. О, тут дерево плавает. Походу, не знаю, ну туда поплывем тогда или чё? Ну, ты видишь где-нибудь где-то землю? Да нет, конечно. Я вижу землю. Она где-то находится вот здесь. Вот, куда ты побежал, там земля есть. На бревне поплыли, ёптать. Да, только ты понимаешь, что я сейчас умру? У меня-то здесь... Только вот этот скилл работает. Ну еще вот этот. Все. Ты умираешь или что? Я тебя не вижу даже. Да я все сзади тебя. 8. Хуй попросим. У меня нету ничего, ни древесины. Кабаны нужны. Просто кабаны. Естественно. У тебя есть обрывки? Блин, верстак нужен, смола и кожаные обрывки кабана, да. Вот обрывки есть. Ладно, нету. Дерево. Ничего нету. Да будь дерево. Дерево есть. Сколько у меня дерева? 113 у меня дерево. Ну тогда нам нужны. Деревом проблем нет. Смола нужна вонючая и кожаные обрывки. А я все это дело или выложил, или выкинул. Ну
аналогично. Кабанов здесь нет, они вроде только в этой, в роще, да? Не знаю. Ну ты почти вышел. Но я имею в виду, что нет здесь вонючих кабанов. В этом биоме их нет. Хуй, прошу прощения, и то правда. Будь здоров. Их здесь нет, да? Блин. Ладно, что. Вы черти творите. А, ёпта. Ты уверен, что я вышел, потому что здесь еще черный лес. А у меня обманули. Блин, они такие. Бегунки, конечно, мое почтение. На, споткнись, дурак. Вот это я сейчас споткнулся и утонул. И проснулся, да? Да. Но у меня, блин, мне одного обрывка не хватает кожи. Ты нашел кабаняк? Нет, у меня было 5 обрывок кожи. Деревья внизу валяются. Что за... Смола есть, если что. Я нафармил сейчас этих дурачков. Да-да, еще были бы сложности нафармить. Лех, я тут дебила нашел. Огру? Да. Блин, не докидываю до него, представляешь? Я бегу. Бегу как могу. Интересно, двойной прыжок можно сделать, типа скилл, а потом так сигануть? И укольчик. Можно. Он прилег отдохнуть. Из него упал скорбь. Охренеть. Из него скорбь упала. Да? Да. Нормально. А я на горе. У меня с какого-то хрена жопа мерзнет. Вы слишком высоко. Так. Здесь Шрак сидит, типа? Ну, сидел, вон там шкуры его валяются. А. Блин, ну теперь мы не найдем луга, да? Должны. А, ну, собственно, вот они, луга. Кабаняки где-то тут, Лёх. Ага. Ты их чувствуешь? Вот он, кабан. Вот он, кабан говна. Ну, убивай его, хуй. Хуль нет, если ай. Кабан. Ну, вот они, никсы сразу, хрениксы появились. Ну, увы, я не вижу кабаняк. Мне не везет. Да ну ладно, ну что такое? Ну за что? Кабаняк, Лёх. О, он еще и этот. Выносливости нету. И пожалуй, ладно. Да, мясо это классно. Обрывки. 8 обрывок есть у меня. Больше даже сейчас соберу. Да и у меня 12. Что, мы идем на то же место? Где ну да. Хотели? Встретимся. Да, там. Да, да. Да, да.
ты, естественно, доберешься быстрее, поэтому подожди, пожалуйста. У тебя портал, если что, есть, ну, не забывай. Ну, конечно, ты прыгаешь как Халк, блин, на там метров, наверное, 10-15, а у меня он открывается максимум на 5, и еще и откатывается хрен знает сколько. А максимум он и Ктюра могу юзнуть и бежать подольше, чтоб. Мне тоже надо будет, наверное, Эктюра брать. А спиды эти уже не помогают. А с другой стороны, ну хрен знает. Если... Блин, ну я дамажусь, да. Поэтому не канает. Так, прыгать. Ну, с высока? Нет. Угу. С высока? О, жопа. В смысле? Блин, он меня увидел. Ушлепок. Ну давай, на ловушку иди. Эдик, папочки. Котях. Опа! У кого-то жопа рванула, да? Чего здесь зелень лежит? А с каких пор у нас зелень тут лежит? Ну-ка. Разошли. Лёх, живи только. Да меня уже чуть не убили, все. А, жив. Это мотыга. Ладно, разберем ее, если что. Зеленый эти. Шлепок сучий. А, этот? Огр? Ага. Иду к тебе, там скелет лежит. Что-то посинел ты сразу, друг. Серый был, а стал синий. Стреляю в него. Ты его оттолкнул, блин. Эйч. Да, все. А чё не все? Пошли. Мам, вот сюда идем. Да. Там чуть-чуть в руду. А, ну ладно. В принципе. Видишь, как я дамажусь, если так прыгать. Ну вот, собственно, здесь есть причал, на котором я... Это самое, туда-сюда. Ладно, ставь эту дичь. Но мне не хватает 20 древесины. И ничего мне, в принципе, не хватает. Мне не хватает станка всего лишь. Но мне всего не хватает, поэтому хреново. А его использовать... А, его не надо использовать, его поставить достаточно. У тебя есть уголь, Лёх? А, ну ты уже все застрочил, красавчик. Подожди, уголь? Да, есть. Мне не надо его скидывать, себе возьми. Давай, веди нас. Ты у нас построил, ты веди. Нет, не могу я выпрыгивать из воды. Да я сейчас скажу, куда плыть. Или не скажу. Куда плыть-то? Туда куда-то, наверное. Ну, я не могу нас развернуть. Я разворачиваю нас, но... А что ты хотел от плота вонючего? А, это надо все-таки, чтобы оно чесалось, это нужно, да? Хорошо. Главное да. Нас, чтобы теперь не встретил морской червь. Тут нет таких. Да ты что, кому ты рассказываешь? Нет здесь, ага. Ты бы лук подготовил. У меня лук поломанный, я его не починил на верстаке. Потому что крыши нет на верстаке. Ну, значит, магией его будем забивать, не знаю, правда, какой, но... Вон, правее чуть бери. Чуть правее. Ой, да. Бля, вот тут может он и быть. Это океан, фак. Ладно, если что, я попытаюсь его забить. Хотя недолго плыть нормально. Недолго. Ну почему? Нормально плывем. Их спокойно. Так, сколько у меня дерева? 136, нормально. На верстак и дом хватит.
портал туда тоже установить надо будет. Но глаз у меня два драугров этих нету. У меня есть, я же все взял. Что-то мне подсказывает, Лёх, что там... Земля новая, да. Да не новая земля, там если будет сейчас, как его, пустыня эта сраная, степи, нам пизда. Мы там не выживем. О, я еще могу плот один поставить. Шатур бы. Форсаж, ёпта. Gotta need for speed. Я тоже хочу сесть. Греби давай, гребенка. Да я. А я поем. Да я-то не грибу. Слышь, мне в принципе этого расстояния должно хватить добежать по воде, так что будешь грести сам. Ну а ты половину пути пролетишь с прыжка, поэтому в принципе плот можно оставить здесь. Его куда-нибудь унесет. Вот именно, его куда-нибудь унесет и хана. Мы можем всегда построить новый. Ты, наверное, думал, что мы мод установили с червем с тем. Да нет, он здесь есть. Здесь есть морской дракон, задрал-то. Мы его видели. Нет. Да не с тобой. Я что, только с тобой играл, что ли? Ну ты же говоришь, мы его видели. Ну, я и ледник. Ну молодцы. Нам почти этот раздолбал плотик. Мы, кстати, по-моему, на таком и плыли через здоровый океан. Чё, попробуешь сигануть вон до того края? Не, не дотянусь. Очень далеко. Да ну не очень. Вот до того острова очень далеко, а до этого уже нормально. Too far. То есть тебе нужно... Тебе еще половину сократить надо. Так, сколько у меня стрел осталось? Ровно 1000. Ровно. И 64 крутых стрелы еще. Камень или какие-то. Кремниевые 27. Ты косарь раздраконил, короче. Ну не косарь, но сотни-две, наверное, я расстрелял. Ну чё, погребёшь ты, я попробую добежать. Ты точно не можешь допрыгнуть? Не. Спасибо. Бум. Так, тут где-то есть подъем. Да нет, нас сейчас унесет в жепу, не надо. Спрячь его, там один раз надо нажать. Чтоб на лодке одна стрелочка зеленая была. Я знаю, не учи ученого. Да. Зачем у меня открылся этот... Вакуум? Да. О! Воу! Иди нахуй. Я вижу это. Кого? Вон он идет. А мне верстак надо делать. Сейчас, сделай. Нет, а мне же надо под его это, чтобы починить, залезть в него. А, ну она туда дальше, вглубь. Нет, тут вот Стоунхендж есть какой-то. Быстрей! Ебать, я пошёл! Хорош! Ты умер? Ну, практически. Я просто... Живи, ёптать. Он машет мечом своим сраным топором, бревном, и я просто прыгаю. Вот так? Нет, он прям подо мной ударил. Гори, сука.
Все, потух, мужик. Хорош. Подбежал ему в спину, сука. Крысёныш, блядь. Что здесь? Лук, Лёх, хороший лук, желтый. Да? Возьмешь? Ты возьмешь, зачем он мне? Это хороший лук, как у тебя, только желтый. Я буду его держать тогда это. Про запас, потому что тот у меня до третьего уровня раскачан, у того прочности до хрена. Бам, блядь, и потух, мужик. Так, тут что-то есть, да? Портал надо строить. Прям здесь, думаешь? Да. Ну, давай, может, чуть пробежим. Так. Смотри, ну, чтоб не сдох никто из нас. А, да если... Это будет фиаско. Нет, если умрешь ты, это полбеды. Портал я построю, у меня все для него есть. А вот если я умру, это... Вот это будет фиаско. Это, блядь, разошлись. А это этот коржик ссаный. Да, он этот. Ладно, его нахрен. Ой, они дамажут по ноль. Блин, гора снежная. Ох, ты же блэд. О, пещера тролля. Ну, он же здесь и был, да. Ты хочешь зайти? Нет. Может, кровать хотя бы поставим для прикола уж. Если вдруг... Бегут. Еще бежит сзади. Хорош. О, кремниевый топор. Вкуснятина. Тебе попал. Да, что ты ему между ног стреляешь? Я ж не вижу его. А-а-а. Он там в кустах. Мебель. Чего, почему? А, но не хватает верстока. А что, верстак... Да для всего. Оставил же. Для всего нужен верстак, понимаешь? Для каждого... А кто его взорвал своей магией? Точка установлена. Но спать нельзя. Кровать должна быть рядом с костром. С костромой. Ну, ставь рядом этот. Кого? Нет камней. Портал, ты ж можешь. Да зачем здесь портал? Я болото. А где ты хочешь? Ну, на болоте. Или просто тут, если это обычное... Ну давай здесь. Ну пошли, значит, да ладно, да болот давай. Дело в том, что у меня нету на второй портал, у меня качественная древесина. У меня 37. Ты можешь где-то здесь ее вскопать? Я поставлю здесь портал. Древесина качественная? Да. Конечно, нет. Я только могу вот это вот, чурбаны эти накопать из сосны. Я ставлю? Нет, не надо. У меня ж просто не хватит. Восстановление точку поставил хоть здесь? Да, поставил. Ладно, давай закругляться. Ну, 50 да. Минут бегаем, плаваем. Ну, плей долго, да, извините уж, чё уж. Вот. Хоть разово, слава богу. Ну, да. Вот, поэтому, дорогие друзья, да, здесь мы остановимся. Вот, в следующей серии пойдем дальше искать болото. Ну, а с вами был Hamster Dead, Marblock. Игра Valheim с модами. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте о нас рассказать друзьям. И до скорой встречи. Всем пока-пока. Всем пока, народ.